У нас в классе есть общий страх. Мы очень боимся комаров. Когда мы ездили на Кимбургскую косу, мы не могли уснуть из-за того, что комары бежали. Нет, эта комаринка не помогает. Комары все равно жужжат. Мама, что сильно высоко, очень высоко. Мне очень страшно, мама. А как мне взять палки, чтобы не упасть? Мама, она сплезает, она сейчас упадет. Мама, мне кажется, лыжа отстегивается. Мама, я сейчас упаду. Взять палки, чтобы не упасть. Оно точно не поднимется, я не упаду и снег. А если я упаду, как я буду выходить оттуда? У меня есть один страх. Я очень боюсь оставаться одна дома. И один раз летом, когда мама ушла в магазин за обувь, она сказала, что уйдет ненадолго. И когда она ушла, я очень испугалась и из-за этого залезла под одеяло и ждала маму. Она пришла буквально через час. Я вспомнила про страхи моей мамы. Когда мы были летом в аквапарке, мы с мамой снижались с водной горки, и она очень-очень кричала, хоть и горка была совсем не страшная. Я не понимаю, почему, но мама очень боится водных аттракционов, горок. Моя мама боится именно не самого полета, а когда самолет взлетает. И поэтому в этот момент ей надо куда-то забиться, схватиться за кого-то, чтобы ей не было страшно в сам взлет. А какие страхи есть у вас? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока!